там сразу уже привезли. Да, да, да. Сами они привозят. Потому что так головная боль, там ждать надо, блин, полгода. Да, ясно, пока договоришься, пока привезут, пока. Да, да. Это вот Toyota вообще новая, блин. RAV4? Да, да. Вообще классная машина. И сколько за нее хотите? Ну, купили мы ее за 20. Раз таможка 21. Ну, за 23, за 24 купят. Ну, вообще классно. Я сам тоже, блин, на машине поехал. У меня Kia Optima. Поехал, хотел там продать. Она на грузинских номерах была. Думал, продам там другую машину. Отдал. Химчистка, там полировка, там бампер покрасили. Пока делали в Грузии, я в Баку отдохнул неделю. Вернулся, только забираю на рынок ехать, чтоб на продажу. По дороге стук мотор. Ох ты. Пиздец, попал, блядь, на деньги на ровном месте. $750 теперь за двигатель. Вот там ребята посмотрели. Так а из-за чего стуканул-то? У них, знаете, вот Kia Optima, вот Hyundai Sonata, вот эти у меня 15-го года она была, ну, рестайлинговая. У них с двигателями вот это пиздец, там ресурс очень маленький, там прямой впрыск. Гарантию проехала и все, да? Да, да, ресурс уже прошел. Я тоже себе X5 взял, BMW джип. Ну, я понял. Предоплату дал $1000, думал, блин, эту продам, эту тоже, блин, пиздец. Сейчас через неделю опять возвращаться туда продавать. Ну, вообще, блин, поездка. Ну что, все, чтобы... Там пацаны говорят, уже ресурс уже приближался. Если бы тут бы стуканул, бы это 2500-3000 долларов тут стоит. Да, ну здесь вообще ремонтировался здорово. Да, хорошо, что там, блин. Просто обидно, что продавать уже. BMW тоже X5 нашел по хорошей цене. Думал, выиграю, да, там на 1000-1500 долларов дешевле нашел, там знакомые продавали. В итоге то, что дешевле нашел, блин, на двигатель отдал. Шило на мыло, да? Да. Не, вот эта Toyota вообще крутая, реально. Я вот сейчас поезжу на BMW чуть-чуть. Денег надо собрать, такой купить. Вообще похер, едешь, вообще не ломаются они, да? Тойоты вообще, это, блин, это... Ну, не зря за них говорят. Они ж номер один.